Никого не слышу. Начинается. Серега. Раз, раз. Я вас не слышу. Значит, надо уши. Ты, ну, мы слышим. Секунду. В дискорде. Как сказать? Раз, два, три. Так, кто-то мне уши отключил. Кто отключил мне уши? Я включил себе уши обратно. Алло. Только теперь мы тебя два слышу. Раза слышим. Выключи войс в игре. А я не слышу. Нет. Два раза, я нормально слышу. Ну вот, даже иконка показывает, что у сестра внутренний войс включен. Короче, теперь везде придется выключать или не включать войс во всех играх. Нет, нет, его надо все равно на кнопку сделать, как ни крути. Потому что если играешь с посторонними, надо им говорить иногда что-то. Я почему-то не могу теперь найти это в настройках. Звук? У меня вообще-то не было включено. У меня в звук всего три параметра. Там громкость можно покрутить. А, все. Это да, это потому что уже все, мы уже потому что в игре. Но меня все слышат два раза? Я нет. А я два раза слышу. Заглушите меня в игре тогда в самой. Ну, а как это сделать? Escape, заглушить игрока, выбрать меня. Ну-ка поговори. Раз, два, три. О, нифига, работает. Да у меня почему-то и нету так, очень странно. Да, непонятно. А, я этот voice в игре выключил, и мне не приходит через игру от тебя звук, вот. Вот в чем прикол. Кирюхи включен. Просто он теперь по кнопке говорит. О, вот. Поэтому у него глюки. Странно. Че, едем, да? Не едем, смотрите. У нас будет дом, да. Заходим в дом. Лаборатория для приготовления этого мета будет либо на первом, либо на втором этаже. Вокруг дома, в подвале, в помещениях разбросаны ингредиенты. Водород, там, соляная кислота. Не берите их. Их потому что скинуть нельзя. Скинуть нельзя. А мне их будет не хватать. Следите, чтобы меня не убили. Ну и дайте мне тогда возможность поварить. Прикрывайте. Вот. И как там надо будет, ну выносим мед, уходим. Разберемся. Изи. Mm-hmm. Да, все сложно. Ну, главное, чтобы я лабораторию не взорвал, я потому что варщик. Я не варил еще ни разу. Я не думаю, что игра настолько реалистична. Она реалистична, он. Нет, как. Ну, она стремится нас запутать. Нет конкретного рецепта. Тебе игра подсказывает, ну, что нужно. Какой ингредиент положить. И фразы разные, он путается. Вы будете слышать. Но мы бегаем за тобой, да? Не бегайте за мной. Я буду бегать, собирать ингредиенты и заниматься варкой. Прикрывайте. Да. Да, но не бегайте за мной, а держите дом. Полиция не должна дом взять. Faster. Go. Какие-то ингредиенты. Не берите. Какой-то чувак внутри. Убивайте всех. Даже их можно в заложники, наверное, было взять и входы запереть. Вот тут, по-моему, точка сразу в сортире хорошая. Я читал в мануале. На каком этаже это? На первом лаборатории, вот она. Ага. Соберите вокруг дома доски, соберите, зайдите и закройте, забейте окна. Так можно? Я упал. Почините меня. А кто тебя? Я пойду. Я упал со второго этажа. Ага. А где доски? Ищите. А как они выглядят? Они похожи на доски? Как доски, да. Может, подвал?
Соляная кислота в подвале есть. Больше, по-моему, ничего. Ты полиция-то? Они... С фланга буду бить. Не нашел ни одной доски. Я что-то тоже. Я вообще полицию не вижу. А, наверное, не сразу. А, вон, вам нужны доски. На окне на втором этаже, да. Так, вертолетик летит. Но это же не дает гарантии, что они через окна не придут все равно. Они рано или поздно же пробьются. Нет. А, полиция заходит в спам. А, ну вот он говорит, что типа... Можно досками что-то сделать. Да что, кто меня бьет? Серег, ты полумертвый, смотри. Это я после падения. Кто-то нужен, кому-то требуется помощь уже. Не нашел и досок никаких. Джекет, чего джекет, убили? Нету гранат. Бот упал. Есть? Да. На картах. Почему у меня нет? Бывают чемоданы, в которых это лежат эти. Нахер вы бота-то бросаете? Он попал в очень горячую точку. Зачем нам бот? Не, он лечит. Уже по дому бегают, уже по второму этажу походу ходят. Тут хоть удобно собирать потрошки. Так, откуда меня нет? Кирюх, соляная кислота в этом, в подвале. Я все найду, не парьтесь, прикрывайте, не заходите в дом, не тратьте мне патроны. Ну бля, я не могу за вами бегать, реально. Ладно. Надо бегать. Дом надо держать, а не вокруг ходить. Как же патрошки собирать? Это откуда бьют-то? Да не надо патрошки. Не видно еще ни хера, вообще нормально. Они же, как бы, понимаете, они же волнами идут. Мы периодически будем выходить и это... Я хотел по флангу их обойти. Прожекторы заработали. Интересно. В ванной есть что-нибудь? Не. Блять. Ну чё кинул, чё? Я тот фон. Чё, мы держим дом. Входишь. Кто-нибудь. А чё, ты одну сумку наварил уже, что ли? Да. Прикольно. Куда сумки тащить? Опять свет выключился. Ну, что такое? Пока никуда. Вот, видите, за домом рубильник желтым. Не вырубаю там свет. Угу. За нами приедет фургон. И надо будет сумки туда тащить. Что ж такое? Не обед сегодня. А? Все хорошо. Ты говори, что делать. А, ничего, держимся. Я же не могу постоянно ингредиенты закидывать. Меня, как бы, мне говорят, когда что добавить. Ты когда будешь за ними бежать, ты нас позови. Отступаю. А пока считаю. Вот у Антохи есть в ванной нормальный ингредиент. Я пока все, что на все есть, что варить. А, можете сумки с метом потихоньку брать. Куда их тащить? Просто пока пусть с вами будут, за нами приедет машина и мы... Я взял. Да, и мы их потащим в машину. Машина приедет перед домом, вот куда сейчас Антоха смотрит, вот туда. Серег, ты где? Второй этаж. На втором этаже снайперю.
Так, что там как с патронами будет тяжко, скажите. Блин, они оказывается на второй этаж могут подниматься. Да-да-да, потому что окна не забиты. Мы двери, не окна, да, не забили. Не, они как-то через окна лезут. Ну вот, мы их не заколотили, поэтому они могут. Ты не сказал, как выглядят доски. Я бежал, не нашел, ничего в глаза не бросилось. Ну, их там немного. А тут прибор ночного видения бывает? Я не знаю даже. Серёг, ты где? Броня второй этаж героически. А, понял. Вы там, если чё, как с потрошками, предупреждайте. Это снайпера далеко. Да хер с ними, там сильно-то не лезьте. Они же всё равно не кончатся никогда, патроны берегите. Как не кончатся? Зачем мы их убиваем тогда? Ну они периодически просто слазят. Последние 18 патронов. Так, о, еще сумка. Сумку. Серег, бери сумку. Ставлю сумку. Рядом патроны. Со мной. Сумку, а ничего с ней делать? С метом, ну просто держи на себе, потом побежишь с ней сдавать. Сумки надо будет потом закинуть в фургон. Чуть-чуть тебя налево нагнет, но не страшно. Ага. Так, я иду оборонять второй этаж. Второй этаж хорошо видно, как они подходят. Ну видишь, ну и зато ты все патроны там расстреливаешь. Хотя мы как бы, ну, меньше тратим. Ну да, удобнее, если они заползают в дом, валить их и потом с трупов патроны ты, брать. Ты сильно там не, это, не, раз, не разбегайся. Ладно, вам завидовать. А тут видишь, тут за фраги ничего не дают. Да, кстати, это первая игра со стрельбой, в которой не имеет значения, сколько ты завалил. Оно должно иметь. Окей, good. Все, варимся. Ну, по идее, если они дым прокидывают, то у них инфракрасные эти приборы есть. В инфракрасном диапазоне показывающие. Чтобы видно было через дым. Ну, или те тепловые. Значит, у игрока должна быть возможность их приобрести. Ну, не думаю, что имеет смысл искать реализм в игре, где, чтобы тебя убить, нужно 100 тысяч пуль. На врагов две пули. Бот удачно так сидит. В окно практически не успевают чуваки заползти. А куда-то, что-то он ушел куда-то, а только я сказал, он только его похвалил. Где бот-то? Все, увольнули? Как? Нет, за тобой. Он зашел в сортир, понятно. Блин, хлористый водород кончился, придется на улицу идти, ёб твою. Кто пойдет? Я пойду. Кто с тобой пойдет? Кирюха из нас самый бронированный. Так, там щит пошел в заднем дворе.
Ой, я тут. О, щиты, блядь. Это меня. Я в подвале акустическую соду ищу. Тебе надо было это бота с собой цепануть, слушай. Во, блядь, щиты, помогите. А нет, все нормально, дошел. Это я тебе помог, между прочим. Дошел, фу, спасибо, спасибо, спасибо. Я его там поджидал, пока он на тебя повернется. Ух ты, блин, еще один. Мама. Это я затупил. Акустическую соду так и не нашел, правда. Блин, без света неудобно. Чувак зашел. Все, не зашел. Ну, свет, давайте чё. Уа, блин, этот, как его? Тайзерман. Блять, все, горячо стало, горячо. Хлористый водород сейчас закину. Кира не видно. Ой, Кира, все, помог. А, спасибо. Че, сейчас свет? Через 3 минуты будет фургон, но смотрите, чуваки. Патроны, у кого-то сумки с патронами есть еще? Нет. Не, у меня только медицинская одна. Тогда смотрите, тогда через... Держимся 3 минуты. Блин, заходит сюда прям. Держимся 3 минуты и уходим в грузовик, садимся все. Тогда уезжаем. Дольше не продержимся. Еще одну варку. Да, дым дезориентирует, конечно. А чуваки, напомню, они, правда, все за 100 уровень при этом. Ну или два игрока точно должны быть очень сильных. 10 часов варили мед. Заработали 50 миллионов долларов, что ли, в итоге. То есть 10 ну, реальных часов. А? Что же в этом интересно? Блин, что-то не хреново. Я упал. Быстро прокачаться можно? Я так и не понял, кто меня убил. Снайпер, наверное. Да что-то мне насовали там. Вот я патрошков поднял. О! Я свет включил. Светло стало. Тебе нужны патроны, Серег? Не, у меня полно. А, тогда я возьму. А вообще говорят по-хорошему, по этике внутри игровой, чужие аптечки брать западло и патроны тоже. И аптечки вообще, или медицинский ящик, или как он там называется, он для того, чтобы отсрочить падение твое. Точнее не отсрочить, а сбросить счетчик падений, после которых ты окончательно умираешь. Попробовал почитать сегодня. Вчера, точнее. Мануал. Что-то где-то стрельба, никого не вижу. Держите, сейчас подъедет. 30 секунд. Сумку я выкинул в окно. Угу. Кому-то придется за ней вернуться. Ой, как ты я так? Да кто опять? Сверху меня стукнул. А, сверху, да? Мы. И справа, блядь.
Вот вам и бот, пожалуйста. Бля, водород. Все, уходим, уходим. Куда веди? Уходим все ко мне. Это где? А. Ползут, ползут пауки, человеки, блядь. Снайпера. Ждем. Антоха, сейчас еще одна сумка, да? Да. А где сумка-то еще одна? Из окна ты куда-то выкинул, вот здесь должна быть, наверное. В это окно ты кидал, по идее. Что-то не подсвечивается. Вы жадничаете. Ну все, уходим, уходим, блин. Реально уходим, сейчас уедет этот. А вы сейчас пожадничаете, мы потеряем все. Так, как в эту херню садиться? А просто встань в этот, в периметр. А. Все. Фу. Ничего. 450. Неплохо. Это мы поварили только одну партию, то есть это минимальный минимум. Как бы вы не вкачаны еще, поэтому. Да. Но зато сейчас покачаетесь быстрее. Сколько кому опыта дали? 11. А, пока еще идет. А, еще идет, да. Мне 35 тысяч опыта дали. 17 280. Мне 20 тысяч. Кстати, киллы влияют на количество опыта. Ну, получается, если да, вы в общей случае статистике посмотрите, то вы поймете, что я всех вычел. Ну, Кирилл опять нажал и все. А чё я поломал? Ну, посмотрите, если ты сразу нажимаешь, мы не успеем посмотреть статистику. Общую, там, личную. Там же пишут, у кого длиннее, как бы, каждый раз. А у меня был самый длинный. Не скажешь, этих не успел. Киллстрик. Я не мог убивать, как бы я мед варил. Ну-ка сейчас. Ой, сложно. Вы оружие модифицируете? Да, конечно. Особенно мацит, там, вон, видите, М-ку модернизируется. А перки? У меня апдейтов мало, они какие-то все дорогущие. Они потихоньку будут открываться. А, перки можно обратно открутить, понятно. Прикольно.
Ага. Окей. Какие перки качать? Выдала крушителя. Надо билд выбирать. В общем, есть мануалы в стиме. Выбирать билд и качать его. Я буду качать уклониста, чтобы меня не попадали вообще. С двумя пистолетами. Практически. Это капо какое-то. Джона Уика и буду качать. Так. Что это такое? А, еще броник. А броник что, самый крутой? По стелсу. Ну у тебя тогда уменьшается скрытность и, по-моему, подвижность. Смотри, какая миссия. Скорость и продолжительность бега уменьшается от броника. Начинай клап. Сейчас я подойду, секунду. Сейчас знаем мы это, сейчас ты скажешь, я ушел. Мат, скажи что-нибудь. Что сказать? О, отлично. Да просто, вдруг ты не с нами, страшно. Монашка всегда с вами. Монашка. Кита, ты любитель, фетишист, короче, любитель ажурных масочек. Да. Ажурных бабушек любитель. Мы без тебя сейчас, Дима, круто так поварили. Угу. Хорошо, что тебя не было. Чё, блядь? Говорю, хорошо, что Дима тебя не было. Мы так заебись поварили. А то ты всё сожрал прям там. И продать бы нечего было. Погнали. А сестра отошла. И Антоха в настройках, мы все видим. Меня не чипалево. Не, просто вы теперь громко играть, тихо. Там еще в этом Дискорде опция есть, что когда говоришь, приглушаются остальные звуки. Не знаю, это вот работает, нет. Ну я игру сделал громче, чем была. У тебя, кстати, это маска. «Осиное гнездо» был такой фильм. Как спецназ там три человека обороняли ангар какой-то огромный. Французский, прикольный. Хоккеиста маска. Ну, она хоккейная. Ну, типа, да, но. Ну, у него вот что-то похожее было, металлическое. Он, по-моему, в голову словил пулю и выжил. In the house. Окей. Все, все готовы? Да, да. По стелсу. Ну, окей. Ну, только ты же нас всех испалишь, потому что у тебя самый толстый броник. Да, ты светишься. Я просто не буду первым. А, ну систы не лучше, чем. Я могу переодеться. Нет, уже нет. А, или там, если доступно, то можешь. Актив аж две страницы. Плохая музыка. 6000. Мешки для трупов. Канистр с горючим. Канистр с горючим. Немножечко попроще одела одежку. Грузовик для сохранения добычи. Мешки для трупов. Мы чё, мы, у нас какой-то стелс же должен быть. Написано, что можно всё по стелсу пройти. А чё, я не нажал-то? Мы несём визит в клуб и, так сказать, освободим денежный запас. Ничего особенного, найдите офис-менеджера. Ну да, офис-менеджера стелс.
Держите гражданских, возвращайтесь в целости и сохранности. Там будут русские бандиты. Могут быть. День можно завершить, не поднимая тревоги. Вообще можно же одеть маски, всех положить на пол, но при этом тревога, чтобы не поднялась? Ну, я не пробовал. Ну, по идее, да. Но видишь, ляжет только кто? Лягут только гражданские. Охрана начнет по рации сливать. Там. А если охрану тут же убить? Ну, вот не знаю. По идее, да. По идее, можно. Тут бы как-то какой-то был этот туториал, что ли? Ну, тут, мне кажется, два раза... На Ютубе все туториалы, да. Тогда Мацуно на первом идти, он самый скрытный. Я не знаю, я ее не играл, поэтому я не знаю, что тут. Так. Это не пускает, черт. Серег, там спалимся. Не, ну если один наденет масочку и разобьет стекло, и потом не будет светиться. Ну кто у нас? Я самый тяжелый. Давайте сделаю. А меня пустили. О, нифига. Меня так через главный вход пропустили. Я тоже зашел. На-на-на. Ух ты, танцульки. Вообще, я на дэнс-пол соскочу. Так, туалеты, хорошо. Туалет грязный. На второй этаж пойду. О боже. Вы ищите попутно эти посылочки-то. Какие посылочки? Тут лежат еще такие... Так, надо какого-то поймать. Охранника и снять у него. О, палево, палево, палево. Тихо. А кто меня спалил? Ты спалился. Походу, да. Вот. Ну, все. Ну, сколько, в принципе, продержали 2 минуты, постелся. Что-то я постоянно всех палю. А так ты одел очки или что? Нет. Я просто шел, вижу тебя, и вот мужик какой там стоял в тени. Так, я взял заложник. О, я нашел ключ-карту. Я убил охранника и нашел у него ключ-карту, я иду наверх. Иди сюда. О, это Russian бандиты. В трениках, вы видели, да? Бандиты в трениках, на танцполе лежит. Русские. Так, я уже нашел карту, люди. Заходим. Кто меня стреляет? Ух ты. Пострелял и спрыгнул что-то. А, гад такой. Когда мы уже C4 купим? А, у меня, блин, должна... А, ну, я не брал просто с собой. У меня прокачано уже. Там ничего интересного, Кирь. Там тупик. Дима, ты нас слышишь? Вроде бы открыл. Не, Серег, не тупик. Кухня, мы на кухню вышли. А что-то я не нашел выхода там. О, калаш по-другому чувствуется, кстати, клево. Калаш очень хороший. Ну, к тому, что он отличается от, ну, по ощущениям. А вы куда все пошли? Место, где бензин надо было класть. Дима, открывай. Я держу, короче, дрель. Ну, держу второй проход и чиню дрель. О, нифига, копы уже зашли. А где вы? Где так, там? Я чиню дрель.
Где-то наверху. Где копыта? Кирилл, ты кого там? Полисмена? Чисто. У меня штейр с оптикой уже. Так, отступай, Кирилл. Сто 170 секунд еще. Держу тут проход. Может, я за бензом пока схожу? Чувак, ты спрятался. Там же еще сходи с кем-нибудь. Возьми кого-то, один не ходи. Я сам схожу, нормально, если что, прибежи. Блин, чините? Ага, шпрингл. Я чиню. Так, ну пока затишье у нас, ля-ля-ля, опа, копа, копики. Скилли, осторожно. Ты что-то как-то долго оббегал это все. Так, вижу тебя, запрыгивай. Крою. Бен взял. Прикрываю отход. А, Кирилл сзади. А, Димка диджей пошел. Деформация у него. Снайперс. Да, Антоха поставил заложника, что будет? Ну, стрелять не должны по мне, по идее. А это точно? И вообще атаковать. Ну, вот я читал, когда про мед, говорят, что они берут там, прокачиваешься для того, чтобы брать до 8 заложников с собой. Они их набирают, и никто не нападает на них. Я чню. Ага, я подскочу. Они там, Антоха, они не совсем для этого их берут. Они... А если берешь в заложники ФБРовца, то можно менять на своего его, когда да, за решетку он попадает. Вот, они как бы становятся за тебя. А есть перк, да, когда ФБРовец становится за тебя. Это как? Ну, видимо, убеждаешь его там, что ты теперь будешь за нас. Я видел. Они его как-то присаживают на корточки, связывают. Что-то с ним делают, и он встает, начинает стрелять. Все, 2 секунды. Заложник устал. Так. Дима, короче, пошел в бар теперь тусить. Вообще, я только отбился. Так, дым, Кирилл, отходи. 17 секунд. Где мой заложник? Прилег опять. Смотри, скотина ложится. Открылась. Кокаин. Давай, мацаны. Так, то откуда бьют? Снизу идут. Вы пропустили снизу людей. Да, я отвлекся на открытый сейф, извините. Так там, блин, 3 человека. Где мой заложник? Больнули. Так, план-то какой у нас?
Я не понял, а где сейф с деньгами-то теперь искать? А что мы только что скрыли? Сейф с кокаином. С кокаином. Ну, чего давайте, он сказал? Закиньте деньги в пикап, Дима. Угу. Почему ты? А мы ищем сейф тогда, пацаны. А, так по умолчанию включилось. Привыкаю на будущее. Я все равно автомат беру, включаю одиночные патроны. Причем это в этом в руководствах тоже есть. В гайдах. Как включить? Альт. V. Ну, я на альт настроил, так V, по-моему. V. По умолчанию. Попробуем. Так, что мы отступаем куда-то? Нет, ищем сейф с деньгами. Ага, давайте как-то. Типа офисное совместно. Помещение должно быть. Дим, ты закинул, да? Тут тоже темно, кстати. Я потерялся. Сейф он будет где? Он уже будет. Я нашел. Мац нашел. Отлично. Менеджмент. Ну, может быть, это еще не сейф. ХЗ. Вам нужна ключ-карта. О, я патрон нашел. Посылку. Я посылку нашел. Синий орел, осталась посылок одна. Антоха, давай полечимся все, а? У меня, кстати, лечилка еще не использовалась. У меня есть тоже, да. Хорошо. А как ее ставить-то? Я забыл. F? G. F-очкой. Или G-шечкой. О, поставил у дрели. Сам ли чистишь, пирги или чистишь? Ну сейчас я вход закрываю пока. Мацита, ты чё, не отнёс деньги, трусишка? Нет, а кто проводит? Пошли. Нормально, я один зрелю остался, пошли, да, прикольно. Пошли со мной, пошли. Я подскочу. Прикольно. Я иду. Тут два входа просто я не смогу их держать. Этот сзади какой-то легкий. Ты вообще даже не понял, они отсюда могут идти или нет? Могут, я там валил это несколько человек. А, аптечки-то не стал. Заходи, заходи. Во, подходит где-то. Я вообще никого не вижу. Где-то здесь голоса, по-моему, сейчас сюда придут. Что-то очень сложно для меня. Топология местности. Что-то я не понял. Пацаны, у нас есть проблема с дрель чиню. Я чиню. Чё-то я вообще мажу как я. Чё за проблема? 80 секунд. Непонятно, куда выгружать награбленное. Мы с Димой не дошли на ход. Так вот же знак там есть. Но они не дошли до него. Серёг, тут так, Чукалова. Дошли. У меня тоже тут небольшое, это на руке. Мац, отходи. Ооо, вы что меня... Проходите обратно. Обошли. Там все плохо. О, помогайте. А ты где? Я все, я уже зашел, но я отхватил. Блин, я дым. А, у меня же есть лечилка. Ха-ха. Ставлю лечилку. Меня ранили. Иду. Я лечу. Я понимаю, я прикрываю. Двенадцать секунд. За кнопка Б. Лечитесь, Мац и Кирилл, лечитесь. Там только на одного хватит. Сейчас я патроносы поставлю. О, патронов на задний двор. А, задний двор.
дверь открылась, чуваки, заходим. А, так, там снайпера. Сзади идут. А, и спереди идут. Заходите я сюда. Там сейчас Солж за нами. А где сейф? Патроны. А, поставил маца, да? Серег, патроны. Убивают меня. Я крою, давай. У меня с патронами все хорошо. А, ну тогда пошли. Мацет, кстати, две гранаты, если чё. Упал, я купал. Тут рядом с ним. Как они зашли? Чиню дрель. Кирюха, смотри по сторонам. Я сейчас еще не поднялся. Ну, вот он менеджмент. Ух, пипец, долго. Блять, задымили. Ну ничего, сейчас будут заходить, мы будем коцать. А ты не вставал ли все время проход? Тимон теперь встал на проход. Тут-то, кстати, идеально, они... А, окно они прилетел. Через окна заходят. Через окна. Кто упал? Кирилл упал. Поднимай. Я поднимаю. Я отдержу. Так, снизу нету. Фу, блин, какой-то ад тут. Они нормально, просто вышли сбоку. Через окошки. А, вот Дима, считай, мы тут через окно, наверное, и выйдем. А, ну да, 7 метров всего. Хотя, слушайте, можно ноги поломать. То есть можно не выжить. А, чинишь, чинишь, да? Я, у меня перк прокачан на починку. Ну чё, тут легко держаться, кстати. 200 секунд. Вот тут если перед снайперами не светиться, да. Вот тут еще в окна иногда залезает, а так, да, одно направление. Тут вообще нам... Причем даже если пойдут щиты, мы их сзади сможем стрелять. А, и тут можно машина, за... под окном сразу машина, если попасть на нее, то... Щиты перестали. Волна кончилась. Я это за патронами спокойно вышел, сбегайте кому надо. Я не знаю, кому надо. В окна! Я беру последние патроны. Держу нижний проход. В общем, надо прыгать на грузовик, тогда может выживем. Хотя не все, ха. А, туда можно прямо отсюда, может быть, просто деньги кинуть. Может, но все равно эвакуироваться-то надо. Так, штурм пошел, собрались. Тряпки. Так, кто все передо мной? Окна. Эти даже не смотрят, сидят там. Так вы же там. Мы вниз смотрим. Такие меланхолично так повернулись, две башки уже, когда всех завалили. 120 секунд, 2 минуты. Такие типа, а чё это? А чё пушки летают? Тут вообще никого. Где вся эта волна? Они где-то скопились. А мы, наверное, правильно зашли. Начали не сейфа с деньгами. Или оно так и по миссии. Сначала наркота, потом деньги. Опа, пошли снизу. Один, так, второй пошел. Окна. Кто-то мне будет помогать? Я скоро буду перезаряжаться. Кирюха с тобой? Давай. Ну, пока тихо. У вас там так, как... Кирюха, чини дрель. Я тебя сменю. Ладно. Перезаряжаюсь. Делаю. Нормуль. Что-то. Ага, пошли снизу. 90 секунд. Сейчас они попрут снизу. Перезаряжаюсь. Дым. Мац довалит. А кто? Какого валит-то? А вон в окно зашел, за спину. Вон сзади зашли, там. Поднимаю Мац, да. Меня тоже поднимите. Сейчас поднимем. Мац поднят. Поднимаю Кирю. Пью вискарь.
Этого нет в игре. Они сверху, сверху. Они сверху спускаются. И окна, окна. Понятно. Они прям через вот потолок заходят. А, ну да, стеклянная крыша. Я еще на потолок сяду. Дим, садись ты на окна, я на потолок, а пацаны на лестницу. А лестница что-то вообще не востребована. Зацените, на стене картина с Распутиным. Точно, да, так зашел. Очень вовремя. Вы видели, да? Да. Заходят. Упакуйте налично, нормально. Там с сумками они, да. Так, заходят, через окна. Все. Еще один кто-то сумку должен взять. Сумку кто-нибудь один возьмите. Я. Беру сумку. Все, взял. И че, пойдем пешком, не через окна? Нет, почему через окна? Просто ты спускаться начал, я не понял. Вот, гей, я скинул. Бля, слеп. Смотрите лестницу, лестницу смотрите кто-нибудь. Я смотрю лестницу. Держу лестницу, хорошо. Так, у вас там как? Че делаем? Сейчас снова будет новое что-то. Новая миссия. Ожидайте фургон. Ожидайте фургон. Нет, ну смотри. Давайте тут ждать, тут хорошее место. 30 секунд. Я думаю, что снова фургон так или иначе подойдет под окна. Вряд ли обратно надо будет выходить. Не, я думаю, что нам придется пробираться обратно. Так, и волна кончилась, да? Ну вот этот фургон, который внизу стоял, я в него выкинул сумку и все нормально. Я тоже. Ага. Вы можете скрыться. 80 метров. Ну так, вот, только не прыгайте туда. Почему? Нормально. Ага. Что-то хреново как-то. Так, не эвакуируемся, пока мацид не зарезнется. Что-то так, как это самое. Я ноги себе поломал. Нормально, все убежали. Да стоп, не убегаем, не уходим, пока мацид не зарезнется. Так надо встать где-то, чтобы закрыть все направления. Вот, сюда. А вы носитесь, любого могут вальнуть в одиночку. Я посылку какую-то нашел. Вот. О, отлично. Это дополнительные деньги и опыт. Вот, кстати, да. Здесь можно хорошо встать. Ух, как, блядь, муравьев. Кирюха отбежал опять куда-то. Антоха, чё ты встал опять на самый прострел? Иди. Как? Почему вот я за стену зашел, все, меня никто не попадет. Так все, и давайте скрыто стоять, не лезьте сюда. Не лезьте. А они зайдут и зажмут нас. Они зайдут, ко мне будут спиной, я ну буду ладно. У меня тем более калаш кончился. Да. Вот цит, сколько тебе еще? 45. Так, дым. Собрались. Сейчас будут заходить. Дым расселился и никого. Опять дым. Да не стратегия. Один только отважился. Второй идет. Вот сам вылазишь. Ну я так просто гляну. Они там тоже, кстати, за этими сели, за стойками. А вот у вас за спинами Понятно. Идти куда есть? Нет. У меня есть выход на улицу. Ага. Сейчас появлюсь. Серега, смотри, полумертвый. Так я как упал, так и полумертвый. Так. Лимон. И. Давайте ко мне. Прошел. И все равно меня кто-то попал, а? Ух ты, а ты-то откуда здесь? Давай, цист, давай. Я боюсь. Не бойся. Черт, они откуда заходят через окно. Улица свободна вроде, выходим.
Все, улица на улицу, тут пошел. Чисто пока. Того забыли. Киря и Дима выходят. Идем, идем. Так, тут тупик. Не понимаю пока. По полицейских, да, не могу пройти. Туда тоже не дальше могу не можем. Пройти. Сюда, сюда, сюда. В аллею. Ага, отлично. Мацать, 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 мацать. Тут дверь открыта. Все, все, а, будто фургончик, поехали. Уходим. А-а-а, блядь, отлично. Супер. Мы еще и все посылки нашли. Но это было простое задание. Сист опять самый крутой. Спецюнитов мацать завалил двоих. Вы хоть по головам стреляете, или я один стреляю по головам? Не, по головам. Ну, стараемся. Не всегда же там попадешь. У меня точно с 13%. У меня 18. 47 врагов убил, 29 в голову. 23. А у меня 63 врага убито. Убито в голову 28. 19 в голову. А у меня 24 в голову. Опыта 16. Все, все посмотрели. Терпи, гад. Все можно. Какую? Всегда берите среднюю. Ну да, 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 мануалов тоже пишут среднюю, типа. 66. Там разницы никакой. Не знаю, чаще, наверное, что-то выпадает. Ось 160, да, Антохе 60 тысяч. А, вы тоже видите, черт. Конечно. Зависть, зависть. Ладно, подберу миссию, пока настраиваетесь, что там у кого. Хочу как-то модифицировать калаш. Кстати, он какой-то не такой мощный. Почему-то. Этот следующий не открыл. Он среди них практически самый мощный. О, рукоятку куплю. Блин, все сложные миссии пока прут. А чё нам сложное-то? Не-не, надо вкачаться еще чуть-чуть. Ха-ха. Требуется перк амбидекстрия или навык парное оружие. Где здесь перки? А, перки. А где амбидекстрия? Никто не видел? Должны быть, наверное, перки. Два пистолета нарисованы быть. Нет, я не... А, вон. Нет. Они. Ух, они в самом конце. Нет, не то. Так это, знать бы, у какой линейки. А помните про сейфы? Нет. Найдите грузовики, откройте, заберите сейфы. Так мы и не дошли. Ну, кстати, можешь попробовать. Там деньги еще неплохие, как бы. Взял ее. Антоха, где два пистолета? А, вижу. У беглеца, да? Парное оружие, но до него далеко, это 40 опыт надо иметь. Парное оружие нет, а амбидекстрия не знаю где. Я, короче, беру всякие навыки, которые мне позволяют хорошо вас поднимать, так что я буду всех поднимать. Давай. Парное, да, в парном. Требуется перк амбидекстрия. А посмотрите, чуваки. Чего? Перк где амбидекстрия, да. Вот капа я перк смотрю. Это... А, перк. Ситуация с заложниками. Ночной перк. Чуть ну я да. Такого не видел. А, вот он. Это киллер третий слева. Киллер.
Почему у меня силовик выбрано? Ага, киллер третий. Ага. Так. Значит, я этого сейчас сдаю обратно. А почему мне не дают сдаить? Как так-то? Должна же быть возможность сбросить. Нет? А, у меня оружейник только был. Я к Леву маску нашел. Я, мне кажется, у тебя появился конкурент. А перки сбросить нельзя никак? Как-то можно, по-моему. Я боюсь, только ты деньги там потеряешь. Не, перки никак, а навыки можно сбрасывать. Вот, кстати, я тоже не понимаю, перки и навыки, как бы две разных системы. Почему так? А как-то я отматывал, а теперь не могу. Типа если целиком... Я отматывал, пока целиком, да, целиком нельзя. Тогда долго мне еще. Не, вообще-то мне очень мне эта маска нравится. Пипец, какой ужас. Понакупали DLC, смотреть страшно тебе. Так, смотрите, чуваки, возьмите только бога ради кто-нибудь в сумке и хеловую, и патронную. У меня хил есть. Да, и... Ну, с собой. И на эту миссию одевайте максимальную броню, что есть. Угу. О, класс. То есть тут стелса точно не будет, здесь будет Чукалова, поэтому я беру пулемет. Так. Сейчас посмотрю, может быть, я открыл гранатомет уже. Такое тоже есть. Скорость. Скорость нам нужна или нет? Маузер открыл, прикиньте. Ну, кому ж, я тоже что открыл. А, денег нету. Ну, блин. Какой лучший пистолет взять вообще? Кто там уже читал? Ну, я купил... Ну, хотя неплохие взял. Стрик 18C, он автоматический. Это Глок 18. Он у тебя еще, наверное, не открыт. Сейчас. А, вижу стрик, но он у меня не открыт. Он с 29-го левела только. Да. А до этого я бегал с Шимана 88. Нормально. Просто у Стрика больше магазинов, по всем параметрам лучше Шимана. Ты так вот, мощно, ну, там уже все изучил? Да, ну я же говорю, я увлекся что-то на радостях, а... Да я увидел маску мазь. Класс. Анус у него вместо рта. Анус с шипами. Обиделся, нет. Пропал куда-то просто. Ну чё, все напомадились, девчонки? Так, нет, я это. Да. Димка, ты как купил пулемет-то такой, я что-то не понял. Ты DLC-пак купил, что ли? Да. Да. Молодец. Ну я же вернул для Фадет и купил себе DLC-пак. А у тебя уже вернулись бабки? Угу. Я его просто тоже купил, на самом деле. Но такой неполный.
такой поскромнее. Лучше на себя быть похожим, вот что я скажу. Почему-то у меня открылся какой-то интернет-сайт. Я на FBI нажал, что ли? У тебя миссия началась, взломывай. Не очень странно. У вас не открылся сайт? Хрень какая-то. Взломайте компьютер ФБР с вашим досье. Так это, что мы ждем? Кого ждем? Кирюх там что-то копается. А, все ж помадились. Да, мы готовы уже. Это мы от безысходности. Да. Ну что, давайте, как бы, видите, блин, знание сценария нас уже сильно не спасет. Тут же постоянно в разных местах все генерится. И грузовики, и выход будет в другом месте. Поэтому стратегии особо нету. Также держимся. А нам... Тех есть. Нам главное занимать точку, где идут с двух направлений, и держать эти два направления. Ну как вот, как это, как ты имеешь в виду? Ну куда-то в угол карты забегать, что ли. А, ну да. Ну, давайте попытаемся. Вы прокачались с тех пор, как бы хорошо. По башкам стреляйте, главное. И короткими очередями. Да, и не забывайте, когда, ну, броня упала, отступать. Да, чтобы хелс экономить, все верно. Мне нужен амбидекстер. Чего? Я за него. Попался своими этими двумя волынами. Ты не видел в мануале видеоролики, где этого бронированного черта валят? 8000 хелсов ему выносят с 4 выстрелов. Бульдозер. Да. Потому что там есть перк на 4-й выстрел, критическое попадание случается из пистолета. И там так удачно попал, все в голову, там фантастика просто. Погнали. О, мы наверху сразу. Угу. А они могут быть внизу, да? Давайте сверху поищем. Вот я вижу уже один. А, ну значит и второй там же. Охрану не убирайте. Охрану берите, только. Берите заложники, да. Так она не берется, она охрана. Она нам помогает. Оставьте, может, а, наши. Давайте пилу я буду чинить. Так, надо как-то встать. Блин, как встать? О, видите, там вдалеке, где эмбуланс, там сумка с медикаментами. Ну, если сюда сесть, да? То вот автобус и стена закрывают спину. Смотрите, гопнички, да. Стреляют. Так, Антоха, сзади идут. Я держу зад. С эмбуланса идут. Но я держу. Да вот ты бы лучше отступил, они бы выходили на меня. А, вон теперь с моей стороны есть. Это кто подошел ко мне? Да ассисты, посмотри, они просто тут в наглую, да. Не, ну хотя бы надо садиться за машинки. Пила сдохла. Кто чей пилу? Иду, я. У меня перк. Блин, я кспаху убил. Так, ладно, я вернулся на ту точку, где мы были. Что за кспаха? Кспаха. Если охрана прочитать по-английски, будет кспаха. А, понятно. Я не знал до сих пор. О, сверху. И причем щиты. Прет на меня, а ты посмотри. А, это ты. Так, сверху, с моей стороны. Я держу. Пила. Ну или дрель там, я не знаю. Значок пилы. Это пила. А-а-а. Серега, ты бы вот отступил и встал за эту машину. Мы бы тебе прикрывали спину, а ты бы... Я очень хорошо там все держу. И те, кто сбоку на тебя заходят, мы бы их валили. Вот сейчас можете меня прикрыть. Да вот мне неохота, ну хотя ладно. Спину подставлять. А что-то я не попадаю, автобус, видимо, стрелял. Не, я тут, кстати, клевую точку нашел.
броню восстановить. Ух, как вас много. Так. Подтаскивайте. А, второй, да, надо искать. Он снайпер выцеливает. Антоха. Справились. Чё, по-русски что ли кто-то поёт? Чё, пойдёмте ко второй машине. А почему у меня патроны кончились? Может, я убил больше всех людей. Пойдёмте. Мне надо патроны сейчас поднять. Ко второй машине я поставлю сумку с патронами. Люди, патроны не поднимайте. Видишь, уже стимул патроны есть. Все мои. Я иду не глядя, извините. Где второй этот грузовик? Леван, заходи вперед. Это что? Это лечилка. Тут есть лечилка. А где второй грузовик, блядь? Сейчас идем. Пока брось эту гадость. Да блин, а почему он сзади бьет? Второй грузовик. Да блин, теперь слева. Откуда бьют? Юля, откуда бьют? Я не понял. Не вижу. Я тоже. Ладно. Хилсов не сняли, только броню. Ну, видимо, второй грузовик внизу. А мы все сняли с грузовика? Пилу тоже взяли? Пила у меня и сейф один у меня, да. Ну, получается, идем вниз. Только мы чуть размазались. Давайте соберемся где-то. А Серега, кого же? Рядом с Кирей. Тут спуск есть. Но я хочу, чтобы мы собрались все. Ну да, да. Все. Иду, я просто тылы прикрываю. Мы тут и отходим. Так. Ага, я подхожу на помощь. Димка, ты вообще не стреляйся, ты с сейфом медленный. Отходи, давай, иди ко мне. Да, мы прикрываем. Тем более мне патрохи нужны. Пацаны стреляют, да. А куда идем-то? К тебе, Кирюх? Ну, походу вниз идем. Серега, зачем ты так далеко побежал? Патрошки мне. Вон, с моста, с моста. Спускаются, где автобус. И бегут, бегут тоже со стороны автобуса. Пойдем. А, ну что там, пощелкаем? Ну, а дождаться их, да, наверное, чтобы они вышли где-то. Справа или слева от автобуса выйдут. Я не вижу. Да не, пойдемте, че вы. Так, а, они обходят сами. Издалеко. Мост, 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 то есть это эстакада. Трое сразу. Тоха, что такое? Так. А, ничего. Думаю, я с тобой. Пошли, все спустились уже. Сейчас. Иду. Пару шлемиков снял. Откуда дым? Подери. Вон, кстати, я ящик. Чистый Димон, спускайся. Слева, Серег, сбегай, и патроны. Немножко далековато, но могу сбегать. Нормально, нормально, пошли. А никого нет? Это же надо. Подожди, это что? Это гранаты. Гранатки будем брать? Бери, давай, раз мы атакующие, ребята. Я взял гранатку. Антоха, возьми гранатку. Так можно трех брать, по-моему. А, это я думал, сразу несколько берешь. Ну, я взял две. Не, по одной штуке. Тут же так, время, типа. Так, нас, и все, нас. Мы на перекрестном огне, блин, а куда идти-то? А, вот, вижу там ящик, вон, двигайтесь за мной, может быть там грузовик, нет. А, вон он, вижу, на меня идите, на меня. Серега сзади, сверху. Да я понял, что-то меня колбасят. Блин, а нет, он же выжил. Бог, отходим. Да-да-да. Так. Мы у вас, о, блин, сзади, Антоха, держи. Все, тут и патроны, и грузовик. Очень хорошо. А еще так, и я тут отбился. Дыма прокинули, черти. Антоха, подходи. Угу. Мацит, бросай сейф там. Сист, патроны. Пытаюсь. Да вот они. А как бросать гранату? Тройка. Только она не включает тройка, а именно... Сразу бросок начинается, да. Сразу бросок, да. Кирилл, пилу поставь.
Сейчас ставлю. Все, пила у меня на контроле. Серег, поднимайся к нам, нет? Сейчас. Да, рандом тут еще, конечно. Хотя тут палево вообще, конечно. Блин. Откуда бьют-то, не понимаю. Сзади ты бежал в спину тебе. Вдалеке. Так, реализм. Прет. 70 секунд. Так, ну я попробую справа держать. Так, справа вас обходит. Вот тут, кстати, классно. Сзади, четверо сразу. У кого сзади? У вас у всех. А ты где? А я у Кири, у фургона. Димон сзади. Так, на веревке один спустился. Сейчас он выйдет из-за грузовика. Мац должен его видеть. Так, я правый фланг держу. Еще один спустился, а вон гад. Он, Димка, не разбегайтесь, далеко не уходи, чтобы мы тебя потом, если что, похилить могли. Так, я правый фланг. Справа, пусть Кирюха, кого? справа. Серега далеко ушел, по-моему. Да, что-то я не там вам помогал. Не долетело. Ну ничего не понял. Чиню пилу. Раз уж на то пошло. Я чиню теперь. Да, я вижу. Патронов нет ни у кого. Лечилку надо кому-то? Сзади. Меня нормально. Блин, меня главное не стреляет. Патроны сейчас я кладу. Так, я к фургону уже положу лечилку. Ставь лечилку. Трохи можно, так, надо Кири полечить. Лечить меня не пробили до сих пор, вообще фантастика. Молодец, значит, что ты за щитом следил. Так, что у нас там? 7 секунд, сейчас пойдем. Берите сейфы берите. Ваааа, сзади! Хорошая штука, пулемет. Так, патроны лишние есть у кого? Я же сумку поставил. Ну я беру, да, тогда я? Бери. Хорошо. У тебя, может, останется после тебя. О. Сейфы берите, сейфы. Не надо, Димон, патроны. Это так, лечилка, это что, лечилка? Кто полечится? Антоха? Мне не надо. Я полечусь. Нет, смотри, у всех, да, видно же. Здорово. Я полечусь, да? Чё, всё? Сзади! Сзади. Черт. Че, идемте сюда, спрячемся. Вот сюда. А, мы ждем, да? Сюда, да. Идите, а тут хотя бы сзади, сзади не зайдут. Что-то нас никто не прикрывает. Здесь на самом деле отовсюду могут подойти. Ну сзади-то точно не подойдут. Спина прикрыта, да. И не забывайте приседать, так, точность выше. Я бы на себе ощутил. 10-4-то. Сейчас будет. Ждем. Присядьте и ждите. Предлагаю это. Двое влево, двое вправо. А куда вы все ушли-то? Не-не, я тут по ссылке ищу просто. Они вниз побежали почему-то мимо нас. Так, я вижу, идут какие-то люди. Я их не узнаю. А, ну да. Они опять слева направо идут. Они побежали к вам мимо меня почему-то. Как, прям как в тире. А, хорошо. Да Кири, ты опять это? Чувак так прыгнулся. Я не знаю, подлезли что ли, когда он спускался на ленте. Справа. Кири, бросьте сейф. Справа могут издалека выцеливать. Справа миллиард людей там, да. Так, как его сбросить? Ловите, чуваки, гранату им кинул. Что-то без эффекта. Так, я пока слева покрою. Никого. Бегаю за патронами.
Чистенько, да? О, Димон, молодец. Молча прикрывает Кирю. Я тоже помог. Чё вот, чё за тупь вон, такая же? Один спустился. 4, блин. Почему мы... На нервах играют. Один там где-то бегает внизу. Убежал. Так, подбираемся. Я сбегаю. Подожди, наверху, давай вместе хотя бы. Да нормально, чего я. А, кстати, у меня еще лечилка есть, если что. Ух ты. Здравствуйте. Там щит, что ли? Взял. Да попасть не могу, а. А подпусти поближе. А он не идет. Он сидит и выглядывает пока. Мы можем брать сейфы и потихоньку двигаться в сторону заклада С4. Я думаю, ну, подходи к нам, Кири. Берите сейфы. Димон, ты далеко ушел. Кто там слева? Блин, меня попадает? Щиты тут бродят. Щит это. Пришел, да. Сейчас я гранаткой. Опа, гранаточка пошла. Блин, не помогло. Тут куча щитов. Что делать, не знаю. Да пойдемте, уходим. Чем дольше мы будем тут тусить, тем больше их будет переть. Все. Закончилась волна. Проходи наверху кому-то один. Кому-то мигал. Патроны нужны, сбегайте сразу, пополнитесь. Больше нет уже ни сумок, ничего. Бросайте сейф. А где там? А мы с Димоном вместе дойдем? Да. Я что-то пособираю, я думаю, что мне не хватит. Но у меня нормально по патронам, ну то есть терпимо. А не хватает. Все, сейфы, Дима, обратно сейфы бери. Сзади. Отступаем. Помните, как, блин, вчера или когда мы там шли вообще? Позавчера. Это бомж. Это был бомж, Киля. Понял, нервы. Я оплатил бомжа. Торожат тут какие-то взрывчатые бомбы, бочки. Вяжешь его, да? Да. О! Меня кто-то шмаляет. Если что, у меня еще сумочка есть с этим самым. С аптечкой. Ее там помнишь, так. Серег? Там что-то надо будет ждать опять. Так, оттуда, Серега, а чего ты остаешься? Идут люди. Ну понятно, что уходим в любом случае. Ну чтоб на голову не спустились. Слушайте, Серега далеко, не уходите. Далеко, да. Need backup. Ну там Димон же где-то рядом. Так, я подгребаю. Так тебя завалят. Возвращаться придется. Вот что опасно. Все будет хорошо. Так, я подошел. А-а-а, прям за мной толпа народа. Да. Отходите, я пулеметчик, давайте я назад. А, Киря, там вот куда ты шел. Перед тобой. Перед тобой тоже. Прям для тебя мишени. А, сзади! Так красиво.
Еще. Да, мы снимаем. Пипец. 15 человек. И слева еще. Да легко. У меня 79 патронов, кончились патроны. По трупам бегай. Все? Даже вторичка? Налево, налево, налево. Да, вы. Вторичка. Теперь надо бы вернуться. А? Вторичка есть? Да. Мне нужно было по трупам побегать. Не-не, я не могу, мне же надо дверь взрывать, я ж... Я С4. Да. Побегал бы по трупам. Кройте меня, я... Так, я бросаю и бегу к тебе, крою тебя. На всякий случай, хотя тут все чистенько. Пацаны, не стойте, подтягивайтесь. Так за нами же идут, высаживаются. Ну я понимаю, но все равно... У нас спин... Если мы будем идти, так. Как бы... Нас завалят. Так, я продвигаюсь к грузовичку. Там чисто. Ух, там пипец, а. Вы помните, да? Все быстренько закидываем сейфы в грузовик и... А, бомжа они завалили вообще, ничего святого. Так, я прикрываю. Все, Сист, вот, иди вот. Грузи, я прикрою, я прикрою. Да давай, где ты? Я же медленный. А, получил, получил. Черт, надо дождаться, пока броня за респавнится, заступил. Так. Что, положу? Все, все, да. Все. Все, быстро, быстро, Дима, сюда все. Да нет, сейчас ждать надо, по-моему, все равно будет. Езжайте в точку сброса. Все. Но мы уже в точке сброса. А Кирюха, ты чё вылез? Нет, нет, надо. Да блять, надо. А, доехать сюда. Да, надо сдать просто чуть-чуть. Сдавай. Какая сложная реалистичная игра. Отметьте. Ничего. Нет, это еще не конец. Это еще не конец. Файер зажгли. Все, садимся, значит, сейчас пиздец, что тут начнется. Ну тут есть где спрятаться хотя бы. Только патронов мало. Да, чуки патрон... нужны кому-нибудь? Патронов-то хорошо, нету. Хорошо. Так, ну, давай я поставлю и лечилку. И нет, да. Я поставлю лечилку в доме, Дима, подлечись. И если что, еще там будет на одного. А все, забирайте грузовик. А, они высаживаются. Я сел. Садитесь, чуваки. Может, отобьемся сначала? Не-не-не-не, в коем случае понятно. Завалят всех. Мы в прошлый раз так лоханулись. Как сесть-то? Я подержать, а, ну там подскажет. А, мы сейчас ехали, будем стрелять. Все вот. Сели? Сели. А, у нас поднимает вертолет. А, слава богу, ебать. Что там прям такой вообще. Миллиард людей. Удачный день вообще. Пипец. Тут веселая, кстати, миссия. Ну штук по 157 дадут. Сейчас узнаем. Вот это, кстати, очень веселая миссия. Это тяжело было, да. 237. Вообще класс. И опыта нормально так накинули. Мне 52 тысячи дали, а вам? 237. Нет, нет, опыт, опыт. А, ну считай пока. Слушай, не, нам, по-моему, меньше. 30, две пушки открылось. 31. О, мне стрик не открылся. Стрик. 39 тысяч. Точность пулеметчика вообще 8%. Жесть. Ну-ка, Сист убил. А я 87. Прикинь, Серег, на один фраг у тебя больше. Вот это точность выше. У тебя, кстати, чё, это офигенная точность. Потому что он пистолетчик. Ну я еще не начал, у меня с калаша просто одиночными. Пока не кончается потом. Считай пистолетчик. Ну да. А вот шпирги, а, вышел из наших стройных рядов. Почему он же болтает? А что такое сейф?
Да что-то крутое там. Не, это развод. Купите потом ключ за деньги, чтобы его открыть. Я готов. Микротранзакции называется. Это хуйня из CSGO. Понятно. Ничего, Мэдисон он недавно открыл пистолет какой-то, который в розницу можно за 125 рублей купить. Он положил примерно на ящики и ключи к ним 50 тысяч рублей. Ну просто из принципа. Из интереса. Так. Из любви к искусству. Ну да. Но люди перечисляли, которые его смотрели эти бабки, он их тратил как бы не свои. Так что все бесплатно. Так много расходуется на киллера, на перки. Пипец. Сейчас подберу для вас что-нибудь похардкорней. Ты уж давай, не обидя. А мне теперь без мазы что-то брать, винтовки у меня пооткрывались. Я жду пистолеты двурушные. И взять один хер не могу. Так, миссия прицел имеет смысл брать? Я на штейр поставил, неудобно. А светодиодное комбо? Не брал. Ну, по мне так просто тупо фонарик. Не, он стабильность увеличивает на 10%. Не совсем понятно, как да, все это делал. Попробую. А я возьму Бернетти 9, на которых в итоге буду. Так, мы стелс или не стелс? Нет, сейчас миссия тоже будет Чукалова, поэтому... Отлично. Берите как бы самую тяжелую броню, все как бы... Насадка. Дульный тормоз. А, дульный тормоз она называется, да. А, ну берета, да, мне нравится такая, кстати, берета. Любимый мой пистолет, можно сказать, да. Дима редко, но метко встает, стреляет. Я, кстати, Диму очень плохо слышно. По-прежнему. Да я тихонько говорю. У него, скорее всего, супруга-то уже спит. Как? А сколько время? Она что, не смотрит? Подруды, блядь. Сейчас я через минуту приду. А, пока систвуй. Давай до завтра. Пусик, пока. Если еще карточек дадут, то будет круто. Я себе окуплю одно это дополнение с нужным мне этим тормозом дульным на эти пистолеты. Потому что так брать 139 штук, брать какой-то не тот, потому если продать, то за копейки. Жалковато. Но урон также. Сколько у калаша урон, Кирюх? Ну, у меня сейчас 41. На калаше? Да. Ну-ка, сейчас я посмотрю по умолчанию. На пулемете 39. А, калаш 40 урон. По умолчанию у меня на пистолете 37. То есть, если их два, без модификации, это 74. А если ты возьмешь еще два автоматических пистолета? Не-не, вот эти Бернетти 9 надо брать. Беретты? Угу. Я купил уже беретту, кстати.
Ну, билд такой, билд уклониста, он вот с двумя... Ну и вообще, советуют. Да, любые билды, если на пистолетах, ну обычно пистолеты, потому что больше патронов с собой. И два патрона за выстрел, считай. Ну, две пули. В два раза быстрее стреляет, и именно эти Бернетти 9. Сист, ты вернулся? Серега. Не вернулся. Вот смотрите, потихоньку догнал вас, подровнял по уровню. Я готов. Так. Че, девчонки, погнали? Да. Антоха. Да-да. Миссия будет на 2 дня, поэтому 2 задания у нас будет. Бронированный побег какой-то. Интересно. Не очень сложная. Ты как определил? Ну, сложность там 0. А, ну 0 черепов. Ну, это понятно. Не, первый череп уже не выжить, мы с Кириллом вчера пробовали. Ну как, нет, почему? Мы же с одним черепом торговый центр-то вынесли. Я не помню. Есть на видео. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вчера мы играли торговый центр громить. С одним черепом выиграли. Да, еле-еле. Да, еле там, блин, стратегию аж целую. О, ништяк. Кокаину. Сумки берите сразу. Кокаину. Так, подождите, нет, это не те сумки. С кокаином? А, вот эти сумки. Берите гранатки. Кто хочет. А где гранаты? Ну а? Вот я открыл чемодан. Никто больше не возьмет? Слышите? А, у Мац тут 3 гранаты уже. Мы слышим, что вы внутри, сейчас будет Чукалова. Ладно. А, не ожидали они этого. А сумки не берем. Берем. Surprise, motherfucker. А чё, 2 осталось? Может, были не... А, их 6 было, типа. Куда идти? А, держимся. А, не подпускайте чё? Близко, заходите в грузовик. Грузовик. Да не, грузовик слишком это. Блин, встать-то некуда. Он же сказал, держитесь, просто держитесь. Не, ну понятно, я просто хочу позицию получше. А, мне я вот с фланга классно. Встану. Классно. Ну, я буду тут с фланга тихонечко стоять. И заодно контролить там, откуда подходит. Сейчас я попробую пулемет на сошке поставить. Да, точность повышается, по-моему, в этом случае. А Серега где? Я тут встал с фланга. Тут отличное место, кстати. Все видно. Воздух свежий. Я убил уже 15 человек.
Вы слишком далеко стреляете, патрошки тратите. Да-да-да. Надо им давать, подходите. Слушай, я взял эту светодиодную хрень, он так точно бьет. О, что-то едет. О, черт. Вам тут попытались зайти с фланга, но я отстоял вашу часть. Что ж такое? А, они уже начинают стрелять оттуда. Да, а ты куда? Можешь ближе подойти. Издалека. Далека уже стреляют, да. Да вы просто встали как-то по-дурацки. Тоха, помоги, а надо мне патронов взять. У меня на патрон на пулемете патроны кончились. Ну я стою, да. 30 секунд. Блин, калаш с этим светодиодом и прикладом — такая мощная хрень. Я просто ваншотю всех. Щиты пошли. Ой, у меня патрончики кончились. А как туда подняться-то, я что-то не понял. А как туда подняться наверх? Куда? Вон, наверное, Кирюх, и по лестнице, по этой. Ее обходить придется все. Хотя, нет. Ну да, мост туда потом. Да, там я отбивался от людей. А все патроны мои. Так, мы размазались. Да, как всегда. Не, ну хотя бы по парам найти. А, Макс вообще почему-то сзади. Кири как-то поднялся к нему. Ух ты ж, ёшкин кот. Куда бежать? Прям здесь. Я за кокаином возвращаюсь еще. А, куда там сбросить уже можно? Ага. Да-да-да, вот сюда, Антох. Да-да-да-да-да-да. И что, вы все попадаете, что ли? Да, просто кинь. Ух ты, круто. Таскаю вам сумки и возвращайтесь за сумками. Кроем тебя. А как по-быстрому спуститься? Никак? Ну, ноги смешки. Сломаешь. Да, по-быстрому лучше не спускаться. Так, я сверху постою тогда. Я патроны собираю. Пока вы патроны. Тут носитесь. Так, Кири, что там? Таскаем, таскаем. А, они идут слева, справа от моих. Ух ты ж, ёшкин кот. Сюда пришли. Просто помощи. Ужас какой. Все, последняя сумка, пацаны. А, суки. Мат, Серег, прям в спину ты бежишь. Они вот тут залазят, я видишь. Же. Так шо ж не крою. Так, я забросил сумочку. Отступаем, отступаем, я. Вертолетик. Очень хорошо.
сзади. Что делаем? Ждем вертолет. Батя не лезет. Нормально. Так, передние, точка косо. Передние приседайте, чтобы нам не мешать сзади стоящим. Я вообще всегда приседаю. То есть Кири и Сист приседайте. Здесь без приседания куча патронов уходит в молоко. Слева чисто. А откуда бьют? А вон они поверху идут. О, опять слева. Они все мои. Да, патронов, конечно, шипы, маловато. Шипы, грамба, Кирилл, отойди немножко назад. А чё бы нам здесь не встать? А я на сошках стою. Они будут идти по коридору, этого мы их будем валить. Ну, давай да. Подальше. Кирилл, опасно стоит, да. Ну приходится всех валить, а так можно. Вертолет, вертолет. Хотя бы. Опять патроны кончились. Патроны сэкономить. Просто нам может еще придется обратно прорваться. А ты, Кюри, на сошках? Да. Которые опираются на голый воздух. Дима, ты куда? За патронами? Это психологический момент он, это. Ну так спокойнее он начинает лучше стрелять. Диму пройти его сейчас, все, хана ему. Крою, поднимаю. Поднимаю Димона. Мне хреново. Вон туда бежать, чуваки. Поднимаю, почти поднял, отступаем. Отступать без мазы, надо прорываться. Так. Если что, у меня еще сумочка. Прикрывает ход. Щит идет, кажется. Сейчас я гранаты порадую. Куда надо бежать, блядь? Че, вертолет сюда не может? Направо. Видимо, нет. Блин, щит-то никак не снять. Кирюха, он их научился бегать. Лечиться никому не надо, здесь, где тихо. Макс, давай. Полечишься? Ага, сейчас. Это буква Г. Ага. О, закончилась волна. Сейчас, Макс, дождем и бежим. Блин, а? Я бы потрошков. Попадают сволочи. Ну, там трупаки вон внизу. Я в грузовике же. Да, грузовик лучше не садиться, лучше по трупам пробежать и дальше бежать. Быстрее это спасемся. Да ладно, что мы берем. Я с грузовичок с. Ну здравствуйте. Если не отберет. Димон, отбегай. Есть. Тут, кстати, лечилочка, я воспользуюсь. Чулочка кончилась. Ой, я знаю, что я сделаю. А чё ж вы убежали-то, Серега? Пойдем, нас опять тут это кинули. Тут это лестница интересная. Так, куда мы идем? А может сюда давай? Да, пошли сюда. Не туда. А почему здесь тоже подъем? А тупик. Да не может быть. Вот здесь вот, всё. Во, я быстрее добежал, между прочим. Ха. Нормуль. Не, подождите, это только первое. Это первый день, да. Да, первый день. Что там вышло очков сколько-то? А статистику. Да блин, самое интересное. Все, я не буду готов нажимать теперь. Кейс с гранатами.
Хорошая вещь. Снайпер. Наш, что ли? Да. Мне тоже, кстати, интересно было. Прикольно. Помогать будет нам крыть. Ну чё, изи. Ну, блин. А, я только не готов, да? Только мы разбегаемся плохо, да. Не, мы нормально сейчас. Лимон, конечно, да, отрывается от коллектива. Да не вдвоем, убежали, нас оставили. Кокс. Димон что-то стоит. Мама. Так, куда бежим? Куда-то вот сюда. Кирита разобрался. Оставайтесь вот живых до прибытия катера. Вот сюда, видимо, скидываем все это в сумки. Не понимаю, куда. Сюда? О, Кири что-то нашел. Весь ищите, тащите весь кокс. Классная музыка тут играет. Они же уносят кокаин, блядь. Ах ты ж, надо, что, чтобы кто-то держал поляну. Все не осталось. Уступаем. Нет, гранатки берите. Серега, Серега заложника берет. Гранатки берите. Вы все оттащили, да? Да. Опа, заложника привалили сами же. Это что? Граната. Летательная. Офигеть, тут дырок вообще. Кто-нибудь наверх сядьте. Блин, тут отовсюду они могут подходить. Ну, да, я говорю, дырок очень много. Ну, надо наверх подняться здесь. Я наверху буду. А мне кажется, всем надо наверх подняться. Тут хотя бы будет понятно, откуда идут. Не сможем ни патроны. А сумки будут отжимать? Опять же, может, сумки будут отжимать, а может, нет. Ладно, вот я тут в проходе стою, сектор держу. Давайте я пойду к сумкам на всякий случай с пулеметом. А? Тебя завалят там все стороны дырки. Нет. Да, там такое место нехорошее. Трохи-то кончаются. Дим, сиди ровно, сиди, Дим. Патроны есть у нас где-то? Да, внизу. Я схожу вниз. Я могу вам наверху поставить, подожди, оставайся, давайте я вам сумку поставлю. Хорошо. Димка, прячься. Так, подзаряжусь. Угу. Так. Откуда, Антоха? Зашли внутрь. Снизу, да. Один человек зашел. О, да, что-то... Слушайте, они сумки тащат, пытаются. Тащит сумку, да. Несонный. Не, ну он, по-моему, так ее и таскал, просто мы его вольнули, она из него выпала. Ага. Тот, который по низу шел на нас.
Так, ну я тут правый вход контролю. А я бегаю туда-сюда. Так, ну пока затишье, волны нету. Да, пока тихо. Мы просто ждем чего-то. Так, бегут. Катер приехал. С моей стороны. Угу. Тащим, там еще сумки. Кто-то должен на сумках, наверное, стоять. Дима там стоит. Дима пришел за тобой, Антоха стоит на сумках. Я сверху стою, пока это... пока мне плохо не совсем не станет. Это уже становится. Еще две сумки. Черт, они уже внутри. А, он уехал. Ждем еще раз. Катер уехал. Катер уехал, типа все, мы перегрузили его двумя сумками. Димка, давай садись по нашей стратежке, все. А вы сумки нахватите на всякий случай сразу. Они тяжелые. Не-не-не, так же бегает, с сумками так же бегает. А, да? Ладно, да. Я за сумочкой. Может, тогда быстрее устает, например. Ну я тут на балконе и хожу, да. Ох, дымок прошел. Там заходят люди. Я вас прикрыл. Так, я патрончики, наверное, успею взять. Да. Антоха, ты сумку возьми. Дим, заходи. А, щит заходит. Блядь, спрыгнул ведь, а, дурак. Ну ничего, я не сильно поломался. Щит со стороны моря. Сумку взял. Пойду я наверх обратно. Уходим. Ах, Киря. Тут их вон через главный вход идет до жопы. У меня гранат больше нету. Держу левый фланг. Факин. Че, бежим уже? Это окончательно или нет? Можете скрыться, да. Сумки все у нас. А, это надо на второй этаж подняться, не понимаю. Где точка-то? Да, на балкончик. На балкон. Ко мне на балкон. Там лестница есть, с обратной стороны. На него. Супер. Патрон надо кому? Да и ага. Уходим, все, скрываемся. Надо оптимизировать игру. Да не надо ничего. Серега, заходи. Ну ладно. Эх. Посылок несколько нашли. Ну там Кюря нашел посылки. Ох. Нормально. Сейчас опять 32 убийства будет. Нет, так же 33, но так большее количество убийств сист почему-то. Надо писать не только сист. Ну скоро. Че, все посмотрели? Подожди. Больше всех убил спецюнитов один Киря. Круто, я посмотрел. Это был щит. О, мне какой-то комбинированный бронежилет подарили. Мне пистолет стрюк. Да, уже бабки не нужны, нужны эти очки. Стрюк это автоматический пистолет, хорошая штука. Мацит опять ты начинаешь, а? Бабки. Пушка. О. А, ребристая рукоять. Ребята из набора Clover Характер Пак. Экспертный магазин.
Рисунок куда нужно рисовать? На маску. Так. Че там? 103 очка. Закупаться. Первую карту прокачал. Пиздец. Ну с этой гораздо легче, вот с самой доступной тяжелой броней. Противоосколочный бронежилет вообще легко стало. Ой, прокачиваю свой Акашечку. Вчера золото не унесли. Кого, где? Золото не унесли со скотобойни. Бензин там, да, не поджечь. Можем ее взять. Кстати, легко пройдем сейчас. Сейчас уже подкачались. Может, мне хватит на какой-нибудь пистолет, пулеметик новый. Кирюха, ты почем взял оружейные эти бандл? Это что такое? Ну, все DLC с оружием. За 97 рублей. Mm-hmm. Димка, тебе что, пулемет не зашел? Не. Купи калаш. Все уже с калашами ходят, только ты с АТМкой и дрищевой. А может мне вместо этой аптечки взять патроны? Ну, я не знаю, там вспомни, там в принципе все нужно было. И патроны. По-моему, аптечек у нас больше, чем патронов. А, ты имеешь в виду, где мы вчера ходили? Да. Может, мину я возьму вообще? Да, не нужна. Скрыть быстро, сейф же там будет или что там будет. Слушайте, а у меня открыта, кстати, турель, я еще не пробовал. Турель — это оружие, автоматически ведущее огонь по целям, замеченным его датчиками. Изначально военные турели использовались для обнаружения и уничтожения ракет малой дальности. Чтобы использовать турель, нужно установить ее. После установки ее нельзя переместить. Турель можно уничтожить, расстреляв ее. Когда в турели закончится патрон, она прекратит огонь. Ну, не знаю, лучше турель или сумку с патронами. А, цены. Что-то мы прослушали. Вот уроды. Ой, я знаю, где C4 можно взять. Нам C4 нужно? Нет, не нужно. Там будет оно бесплатно. Ну, вообще, я понял, где его можно брать. Где? Это, короче, навыки техник. Когда становишься техником, получаешь C4. Да, да, только непонятно, где ее выбрать. Вместо сумки с медикаментами? Нет. Так, все. Нет, 4. Нам? У меня это давно вкачано уже, но я так и не понял, где она должна появляться, это C4. Окей. Okay. Оружие ближнего боя своей фриковатостью убивает просто. Почему? Есть, например, пачка купюр. А вообще вы пользуетесь? Да.
самое лучшее ближнего боя. Ну, в наборе было, это зубная щетка, по-моему, заточенная. Голые руки у меня самые эффективные. Замах очень короткий. Замах очень быстрый и сила хорошая. Что, все готовы? Да, секундочку. Ничего тут не купишь. Сейчас. Я тут прокачал штурмовика хорошенько. Все-таки я между навыками и перками не вижу какой-то разницы принципиальной. Так, я готов. Теперь жди всех остальных. Тут это, в игре есть кнопка B. Вы ее нажимали? Он начинает вертеть оружие в руках. Посмотреть оружие, да. Смешно. Ну это когда ты его кастомизируешь. Да я не атакую. А чё, активов нету, что ли? Нормально. Нету. А. Кири открывает, а они не пропустили спас. Понятно. Серега. Чё? Ты не а готов? Я должен нажать готов. Я что-то зачитался про бронежилеты. Так, какой план на игру? Кофейку? Давайте никуда сын, не пойдем. Посидим. Да, вот тут на тарасике можно поваляться. Конспиративная квартира. А, сейчас их рванут, короче, и начнется трое. Сейчас поденем масочки. Ну и не тратить. Пока рано стрелять, да. А вот сейчас можно. Что-то они такие бронированные сразу. Спецвойска. Все, пошли вниз. Да, готов. Шукалова будет. Да прям. А чё будет? Шукалова будет. Там, помните, сейф надо будет сверлить со всех сторон. Скотобойня там. Go, go, go. Какой-то чувак, слышишь? А. Димон, молодец. Ссылочку нашел.
Давайте я встану на эту. Надо правильно встать. Вот я буду слева. Я вот тут стоял, тут там попробую снова. Там еще кто-то наверху должен был. Вот, вот наверху очень вот. Хорошо, но я пойду наверх. Пацан, встань тогда слева от меня, вот на тот вход, вот на тот. Не-не, Дима. Дима. Он не с нами. Дед Мороз, говорим. Он в сингл играет. Он в образе. Дим, не там, не контохи, вот туда налево, вот сюда встань. Вот этот вот. Где враги-то? Он сверху спускается на веревках. 160 секунд. А, с кого-то снял. Слева. Сзади. Еще один сзади, по-любому. Да ёшкин кот, а? Дима, они попрут оттуда. Идут. Ну то есть волна сзади. Слушайте, у нас сложность была другая вчера по ходу дела. Что-то пока все не сложно. Почему-то они как будто больше с моей стороны идут. Тоже может генер. У меня вчера было несложно. 100 секунд еще. Че там? Димка шалун. Семьдесят секунд. Где враги-то? Я что-то вообще не понимаю. Я вам говорю, вчера была сложность, скорее всего, выше. Наверно. Сейчас вообще как в тире. Блин, сзади пришли опять. Димон, сзади тебя прям стоит. Что, тащим, да? Тащим. Так, я вам нужен? Так, Дима,
далеко не отходи. Ага, я с тобой. Сзади нас кроют, так что смотрим вперед. Ну тут будет жарко. Чисто. Иди вот за мной, иди за мной. Димон, не бойся там, заходи. Крою, пока никого здесь нет. Кидай туда. Угу. Двигаемся обратно. Ошибся. Бля. Там Димон. Так, у вас там как? Тащим. Тащим. Кто-то со мной пойдет? Ага, киля. Там уже щиты пошли. Отступаем, кроем. Киря, ты лучше иди вперед, там больше народу, мне кажется, сейчас. А там дым вообще пошел. Черт, зря я вышел. Сестра, где ты в прошлый раз бензин взял, а? Че, насквозь пробивать, что ли, я не понимаю? Не, они сверху там, а-а-а, на контейнерах. Черт. Одну бы гранатку, блин, а? Сумку потащил обратно, а? Фига себе. Мне тут это, помощь бы не помешала. Я тем более так слеп. Кири бежит. Что, блин? Оперочки. Ну, Кири тактика прикольная. Он прям самый, во, да, жизни нету больше, да? У меня лечилка, если что. У меня тоже, кстати, Кирюк, давай поставлю, что ли. Ах ты ж ешкин кот. Он хотя бы щита завалил. Так, я держу проход. И... Что же, как я не знаю. Ох, как далеко сумку утащила, пидорас. А, я без патронов. Сейчас понаберу. Ах ты ж, стук у меня в лицо. Так, я пойду бензик искать с Димоном. Вот он, Серег, я взял. А, подожди, а Дима что делает? Дима, не молчи. Сумки таскает. А, сумочки. И чё с бензином делать? Выходи во двор. А, вот сюда надо его вставить, да? А, да, Е, чтобы вылить бензин. Все. Поджог. Да блин. Снайпер еще, бляха. Так, лечилки. Ух ты, там куча народов. Там на контейнер куча людей. А, нужно еще бензин, да? Так, лечилки. Ага, Димон отвалился вместо него, бот. Нам нужен бензин. Где бензин?
Ага. А что, пойдемте за сумкой? Где вы сумку взяли? Вон, 67 метров обратно. Утащил ментяра. И там какой-то... Я просто не... Там еще какую-то подготовьте ловушку через 80 метров. О, мат свернулся. Слава богу. Не, я не вижу пока. А, черт. Ага, вижу. Нормально, а мне бежать далось. Подожди, ты стой там и делай что-нибудь. Ага. Мне нечего делать. А что такое, подготовьте ловушку, сбегай туда 15 метров. Или Димка, ты... Вдвоем побежали. Блин, на меня этот идет, смотрите, ага, щит. Он бензин взял. Отступаем обратно во двор. Два щита там это на меня смотрят, смотрите. Иду к тебе. Так. Я с тобой. Все, готов. Ой, блядь! Пришли, суки. Так. Поднимаю. Ага, спасибо. Лечилку поставить? Грана. Не-не-не-не. Щит выходит сзади. Щит выходит сзади. Гранаты есть? Есть. А, чуваки опять убежали. Черт. Ах ты гад, а, идет сюда. Пипец. Мне очень плохо. Мне очень плохо. Я упал. Мне еще хуже. Ну, парень, заплохай. Все. Снайпер. И снайпера еще по нам работают. Сначала валите снайперов. Там рядом с нами где-то щит. Осторожно. Да вон он бегает по трупам. Это я пацанам говорю. Наш... Так, поднимаю эту тоху. Кирюха сзади. У меня 8 секунд. Спасибо. У меня 5 секунд. Ага, меня поднимают, хорошо. Дети, суки, блядь. Здравствуйте, вождь. А потому что прям на выходе снайпер. Так ты не стой там, с другого входа было. Я поднимаю Антоху. Я снайперов вырубал. У кого бензин? У Димы. Спасибо. Убейте его, убейте. Черт. Я развернул щита, убейте щита. Люди, что ж вы? Всё. Ох ты ж, сука, откуда стреляет? А, вон еще один щит. Готов. Че, отступаем, да? Пойдемте полечимся, полечимся. Хорошо. На авангар какой-то залез, тут сюда поставлю. Полечитесь, полечитесь, Антох. Да-да-да. Я тоже ведь лечилка есть. О, нормально. Держу, я не ослеп. Лечись, полечись, полечись. Лечусь. У меня с патронами беда. Сейчас поставлю. Так, ух, тут подкройки. Носится как крыс. Сейчас сменю тебя, Антоха. Семь патронов. Так, что у нас? Ожидаете ловушку? Ждем, да? Ага, тут хорошее место, кстати, с одной стороны идут. А чё, все похилились, все с патронами, все хорошо. Да, идут с одной стороны. Вообще тема.
сошки только разложить негде. Воздуха нет, да. На весу. Кто-то кричит help. И волна кончилась. Ой, здравствуйте. Так, поднимите золото краном. Ага, Димон уже сообразил. Нам тоже зайти внутрь контейнера. Черт. А, прикрывайте золото, отходим в наш контейнер. Наш. Родной. Димка, Димка, в наш контейнер срочно, вон идут уже. Новая волна. Это еще не волна. Кому волна, а кому мать родна? Поехала, золотишко. Снайпер. А черт, прям надо мной. Как хреново. А, меня убьют сейчас. Нет. Опять патроны кончатся. Ах, вот он где. Сычара. Снял снайпера сверху, снял. Отлично. Это, короче, я вчера думал, что нас убили где-то примерно в самом конце. Это нихера не конец еще был. Два щита сразу. Сейчас. Один есть. О, молодцы. Жизнь заставит. Научись. Справа, справа, блядь, в упор прямо. Это вот я сходил, и у них вейпоинт проложился, видимо. Когда щита убивал. И они зашли мне в бок. А тут много идет, вы не видите их, что ли? Нет, кого? Их так до хера. Он прямо у ангара нашего. Я открыл проход. Отходим, отходим. Ко мне отходите. Ко мне. Я вот не могу отходить, потому что меня тут стреляют в упор вон сверху. Ко мне. Он прям здесь. Ну, Серега, за тобой. Пошли. Все сняло. Нас человек. Еще 15 человек. И снайпера. Димон, ты что застрял? Что здесь, тупик какой-то? Да. Это ловушка. Котел этот, как его назывался-то? Мне кажется, нам не сюда. Откуда бьют? Откуда? Сверху, слева. За мной открыл. Отовсюду. Нормально. Блин, я сейчас сдохну, по-моему. Ступай. У меня еще есть лечилка, если что. Да, пипецом вместе, Серега. Нормально, вроде тянем. По крайней мере, понятно, что делать. У меня еще лечилочка. А, тут надо открывать контейнеры, типа путь себе прокладывать. О, понятно. Прикольно сделано. Все, я без патронов. Так. Вообще без никаких. Да. Отбирай тогда. Дима, не это, не лутай.
Вон тут патроны есть, Антоха. Вот в углу. Дождись, пока они упадут, и это... А, я тоже без патронов. Блин, а? Я пытаюсь добраться до тебя. А где ты упал-то? Я что-то не вижу. Даже отстреливаться не могу. Ай, мы просрали, блядь. В ровном месте. Не-не-не. Кто, у кого меньше всего? У меня. Ну я все, за мной не беги, 3, 2, 1. Да, у меня 2 секунды тоже, да. Не, мац меня спасает. Но у меня патронов не будет все равно. Нет, заспавнишься со всеми патронами. Нет, он меня мац поднял. Так. Оу, сейчас я упаду. Да ёшкин кот, не перезарядился. Близко. Тоха, поднимай, они же могут отстреливаться. Не могу я, у меня само завалит. Всё уже. А, всё, короче, я через 20 секунд буду. Хотя, может, я заспавнюсь пока. Но у меня арест только через 23. Вот он. Игра умнее. Что-то я не понял, почему мы там провалились. Патроны кончились у всех. Да. Ну, ты перли слишком резко, мне кажется. Ну и непонятно, куда бежать. То есть мы много бродили по этому. Не, там вроде бы это такая идеальная ситуация, нападают с одной стороны. Со всех сторон они нападали. Больше количество падений. У Антохи 5 штук. Я люблю прилечь, че. Тут. Ну, прикольно. Разбегаемся по-хорошему. Ну да. Наверное. Ну, 2 часа уже, да, можно. Ладно, всем спасибо, было очень круто. Всем спасибо, пока. Пока.